Эпопея с возведением нового православного храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Дальнем Засвияжье длится уже 2 года. Инициаторами его строительства были сами прихожане. Участок под храм выбирали 1,5 года. Муниципальной земли там почти не осталось, все давно в собственности. Однако кусочек все-таки нашли внутри жилого квартала, на улице Камышинской между гимназией номер 13 и 45-й школой. Эскиз, отображающий облик итоговой постройки и вид прилегающей территории, был представлен на публичных слушаниях. Планируется, что храм займет площадь примерно 130 квадратных метров, а вместить единовременно сможет до 300 прихожан. Правда, по словам настоятеля храма иерея Захария Боброва, для начала на его месте появится временная церковь. На основной храм средств пока не хватает. К сожалению, мы вынуждены все эти средства искать. Но вот на сегодняшний день у нас нет какого-то такого центрального финансирования. Такое бывает, когда к строительству храма подключаются какие-то люди, могущие позволить себе такие проекты, и идет какое-то такое центральное финансирование. Такого у нас нет, и вот на сегодняшний день единственное, что мы смогли сделать за эти 2 года, это собрать средства на временный храм. Весной возведение храма будет продолжено. Пока иерей Захарий Бобров проводит богослужение в маленьком храме-часовне Архангела Михаила на территории Александровского парка. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.